Дети, здрасте. У нас сегодня как бы выходной на работе, но работаем. Проблема. Не хочет сбрасывать километраж. Рулетка. Поэтому разбираем и смотрим. А, да, иногда даже работает через раз. Может пропускать. Хотя сейчас заработала. А то бы было и пропускала чуть-чуть. Поэтому разбираем и смотрим, что там случилось. Пока снимаем вот эти все. Решил я снять это колесо, потому что ну, оно мешает. Разжимаем стопорное кольцо. И тут момент один, что откручиваем вот эти винтики сверху, да? Открутили. А чтобы вот эту крышку разобрать, тут еще винтики. Все спрятано, закрыто. И много нужно сделать манипуляций. Ничего, сейчас откручиваем вот эти винтики и смотрим, чего там. Только смотрите, это может выскочить, чтобы не потерялось. Пока принцип не знаю, что там. Ну, принцип понятен, просто как, что этот вал бегает. Должен ли он так бегать? Ну, вскрытие покажет. Да, снял эту крышечку. И тут печальная история. Вот эта пластмасска откуда-то отломалась. Она не давала крутиться. То есть могло работать, могла не работать. Но сбрасывать, наверное, уже она не будет. Но зато сейчас будет постоянно работать. Это подклинивало, и оно не считало. Так что придется покупать новый. А этот останется у нас. А в машине кинем. На всякий случай. Вон, нашел, где она была обломана. И вот это вот. Да, еще потерять. И все будет прекрасно. Вот. Этим пазиком. Она стоит как раз вот тут, в этой прорези. Или в этом пазике, вот это вот выпуклость. Подвигает, и тогда она сбрасывает. Вот она, принцип. Его как-то надо припаять. Ну и того. Запаял. Просто разогрел отверткой. Ну, чтобы как бы закрепить, можно было и не паять даже. Чтобы это все дело закрепить, просверлил на два сверлом и закрутил саморезик. И теперь вроде бы все крутится. Эта пластмасска уже никуда не денется. И даже что-то сбрасывает. И опять начинает считать. То есть вот такой простой ремонт иногда может подклинивать вот этот момент. Ну, сейчас вот работает нормально. Подклинивает, потому что бывает, что не попадает. Ну, оно пару раз сбиваешь и начинает работать. Ну, то есть работает, как и работал до этого. Вот сейчас не будет, потому что стало не туда. Здесь выровнять. Вот оно сейчас не будет доставать. Вот такой вот принцип работы. Поэтому всем спасибо за то, что смотрели. Всем большущие привет. И самое главное, не болейте.
собираем и проверяем. А эту надо закручивать, когда уже вот этот упор прикрутили, тогда найти место, где его можно закрутить. Я закрутил с этого края, он тут не должно мешать. Этот он будет крутиться нормально, ну, шестерня. То есть все должно работать. Собираем в обратной последовательности. По скрипту мучился с этой гребенкой, она как-то мешала, то есть только начинаешь сбрасывать, она поправляет все эти, как его, все эти шестерни маленькие проворачивает, и они становятся вот не одинаково, да, там короткий зуб, длинный. И вот сейчас, если подобрать все зубья, например, короткие выставить, да, то есть как бы его одинаково все поставить, то есть оно должно вот в зацепление заходить. Там должно считать все, и когда сбрасываешь, то есть она сбросила, и зубья стали на место, а этот их, эта гребенка их переворачивала. И вот бывало так еще до этого, перед тем как разобрать, она тоже выделывалась, приходилось много раз вот это дергать, чтобы начала считать. На данный момент я ее снял, она сейчас только мешает. Вот. Раз, и все легенько стало на свои места. И не надо дергать лишний раз. То есть опять посчитали, прошлись, сбрасываем. И они плавно стали. То приходилось вот это брать, бросать там, чтобы оно поправилось, и оно подвигалось неравномерно, эти цифры. Сейчас они становятся уже равномерными. Все встало, все считает. О, сейчас не считает. Что-то опять не то. Ну, благо, хоть время есть поковыряться. Вроде бы все одинаково, но как-то не хочет становиться. Значит, переделаем чуть-чуть по-другому. Сейчас подправлю их. Вроде бы все стоят. Попадает на вот этот. О! И где-то что-то упирается. Сейчас посмотрим. Ну все, сейчас работает нормально. То есть без проблем считает, перебрасывает. Там зацепилась одна. Да так. Тут вышло зацепление неудобно одной рукой. Все, можно теперь проверять. Полевые испытания проходит. Дядька Славка принимает. Все, дядька Славка принял, сказал, можно пускать в работу, дособирать.
и можно что-то делать. Следующую какую-то работу.